Быть первым, когда в тебе нуждаются, и знать, как помочь. В Махачкале прошел региональный чемпионат по оказанию первой помощи. Организаторами выступило движение первых. Конкурс прошел в 61-й школе столицы республики. Участие в нем приняли команды, прошедшие мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи от движения на своих площадках. Подробнее Наталья Ханбабаева. Как провести сердечно-легочную реанимацию, уложить пострадавшего до приезда скорой и остановить кровь? Более 200 юных дагестанцев со всей республики приняли участие в региональном чемпионате по оказанию первой помощи. Свои умения они показали не только на манекенах, но и на реальных людях. Кроме теоретической части, активисты выполняли задания по двум ситуациям – случай на улице и случай на площадке. Сам, если он не открывается, нужно взять какой-нибудь плоский предмет, или, например, ту же ложку, обмотать черенок бинтом и раскрыть рот. Это не просто интересно, но и важно. Важно знать, что рядом с тобой есть люди, которые в случае необходимости смогут оказать медицинскую помощь. В следующем году движение первых планирует масштабировать проект. Планируем каждого второго школьника научить первой доврачебной помощи. Конечно же, это все будем делать вместе с нашими партнерами и совместно с вами же, с теми детьми, которые умеют оказывать первую помощь. Перед началом состязания руководители региональных отделений движения первых и Красного Креста подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь такие чемпионаты и мастер-классы будут проводиться чаще, а полученные навыки, возможно, помогут спасти чью-то жизнь. До 90% несчастных случаев можно предотвратить летальные исходы, если помощь будет оказана своевременно. У нас в республике есть уже позитивный опыт, когда один из школьников оказал своему однокласснику помощь и спас его жизнь, когда у него случился эпилептический приступ. Лучшая команда поедет представлять Дагестан на финале всероссийского чемпионата, который пройдет в Москве. Наталья Ханбабаева, Карим Гамаев, Ислам Даудов. Время новостей.